Привет, друзья! Российские военнослужащие показали использование роботизированной платформы для доставки грузов. Ранее мы ее показывали. Роботизированную платформу можно также использовать и для эвакуации раненых. Грузоподъемность платформы до 150 кг. Название модели и другие технические характеристики все еще неизвестно. Данная робототехническая платформа, она очень проста в управлении. Так хотел бы подметить то, что данная техника к нам поступила по линии МТО. Управление очень просто. Это как обычная радиоуправляемая машинка. То есть все просто. Вперед, назад, влево, вправо. Управляется с такого пульта. Ничего здесь сложного нету. Очень высокопроходимая, так как имеет каждое колесо у нее это отдельный мотор. То есть постоянный полный привод, независимая подвеска. Данная платформа имеет грузоподъемность до 160 кг. Предназначена для подвоза боеприпасов, продовольствия, пищевого имущества. Также в случае необходимости для эвакуации раненых. Показался с хорошей стороны. Показался в тяжелых условиях. Срыв, грязь, дождь, снег. Везде проходило. Проблем с ней не возникало никаких. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.